Доброго здоровья! Итак, кто такой блогер? Это человек, жизнь которого на виду у всего необъятного интернета. Итак, чем я занимался весь июнь месяц? Весь июнь месяц я занимался гравитационной гимнастикой. Гравитационной гимнастикой было сделано 10 тренировок. Итак, посмотрим, как это было. Ну что, вздрогнем, что день грядущий нам готовит. Начнем с малого. 400 кг и по 100 кг будем на расчете. И дело пошло. На локотке идет нагрузка, поэтому немножечко разомнемся. Полетел вес. Дожим. Лежа неудачно. И все на месте. Thank you.
Штанга на поясе. Начинаю с 750. Восемьсот пятьдесят, то есть на 100 килограмм увеличиваем. Можно даже сказать, чуть полегче пошло. 950. Девятьсот пятьдесят, это уже серьезный вес на 2 раза. Вообще это отлично. И наконец-таки на штанге. Рекордный для меня вес 1020 килограмм. Посмотрите, как это было. Набычился. Вот она, пошло. Бах! Тонна 20 покорилась. Дальше заключительный подход 800 килограмм, так сказать, доработка. Чакры прокачали. Далее начинается тяга, 400 килогерц. Килогерц, ну-ка, как 500 мы тянем? Еле-еле, ну тем не менее. Вроде как потянул. То есть отрыв был. Штанга на плечах. 300 кило. 320 кило. 340 кило.
Ага, 260. Смотрим на себя любимого. Первого была очень большая вообще-то нагрузка дана. Второе занятие было 5-го, то есть я здесь хорошенько уже отдохнул, начал не спеша, 400, 500 килограмм, 600, то есть прибавлял по стеночку, 700 килограмм, нормально прошел 700 килограмм. Дальше 800 килограмм.
Увы, 800 килограммов не пошли. Левая нога не давит, как правая. Левая не давит, как правая. Семьсот пять, дорабатываю. Вернее, должен лежа. 200 килограмм проходим, 210 проходим, 220. Опять такое впечатление, что штанга будто прибита. И опять нет. Доработали 200 килограммами. Насколько тут поднял? 200 раз, 2. Ну и отлично. Семьсот пятьдесят, опять 750, нормально пошла. А 850 нормально. Чувствуется, отдохнул, как могу набычиться. 850. Девятьсот килограмм, ну-ка.
что тут 900? И 900 хорошо идет. А? Три раза отлично в таком хорошем стиле. На 700 доработали. Одиннадцатого. Что тут у нас получается? 400. Не спеша начинаем 500. 620. Далее 700.
Нормально 700 идет. Еле. Что мог-то из... $710 доработка. Дожим лежа штанги 200. Пошел 860, раз, мощно, хорошо, 860, опа, опа, есть. $940. Раз. Хорошо. Два. Хорошо. Три. Хорошо. Четыре. Хорошо. Пять. Хорошо. Отлично. То есть здесь я показал. Важно показать свою силу, энергетику. $540 на 5. Oh.
450 тянет. Пятьсот. Отличная трюшка. Смотрите, отличная трюшка. Отличная трюшка. Хорошо. Хорошо. Тринадцатое, следующее, июля. Что тут я начинаю? 500 килограмм, штанга летит 600 килограмм. Начало положено. Далее 700 килограмм. Yeah.
200 на 2. Двести двадцать и опять ничего. Нет. И по-прежнему нет. И по-прежнему нет. Хорошо. Начинаем штанга на пульсе. Штанга на пульсе начинаю уже с 800 килогерц. Пошел. О, хорошо идет. Смотри, высоко. Отлично. Так, следующий вес уже 900 килогерц. Раз, а мощно. Два, мощно. Три, мощно. И вот эта вот мощность меня, так сказать, как бы вселила уверенность, что я сейчас дальше и попру тут во всю Ивановскую. То есть 900 мощно было. Следующий вес ставится 1000 килограмм, 1000 килогерц. Итак, первый нормально, отличный. Второй отличный. И смотрите, третий на правую ногу. Вот она, выщелкнулась. Вот, раз, вот, вот этот момент, вот она. То есть вот это был, можно так сказать, апогей моих... возможности, которые я развил в течение этого месяца, то есть 13-го, это было как раз такое мощное. Еще подход на еще. Раз. Два. А, это тот же подход. Тот же подход, смотрите, смотрите, вот нога, раз. Вот она сыграла правая нога. На два раза сидела. Thank you.
А, это просто, это на заминка на 700 килограмм. Ну что, небольшое тренировочное занятие, но мощно. Штанга на поясе, видите, я выдавал, так сказать, на гора. Следующее состоялось 18-го, то есть 13-го-18-го. Это вообще очень хороший перерывчик. То есть это хороший перерывчик. И вот я тут начинаю. Ну что, как говорится, важен настрой. Будет настрой, будет подъем. Мышцами много не подымешь. 520 кГц. Первый пошел. Разминка очень важна, размяться, как бы сказать, настроиться. Так просто с бухты-барахта ты такие веса не поднимешь. 620, отлично. Семьсот килогерц. Хорошо продавливаю. Есть. Хорошо продавил. Так, сколько следующего? Семьсот есть. Семьсот шестьдесят. Семьсот шестьдесят килогерц. Раз, два. А, отлично. На два раза, смотрите как. Раз, два. На два. Ну, на этой ноте и закончим.
200 ставим. Итак, опять у меня дожим лежа, что мне хочется 220 сделать. И вот я иду 190, ставится 200, вроде 200 все идет нормальненько, легко. Вешу 210, опять таки 210. 210 выдавило. Хорош. Сразу 800 килограмм, смотрите, отлично набычился. Вот это да, моща, сам смотрю, как это раз поражает. А вот и все. А вот и спекся. Еле-еле. Помните, как я хорошо подымал, когда это ты знаешь? И как я тут только. Аж даже не верю, считаю. Неужели это 900 килограмм, а не там это? 900, неохотно. Крайне неохотно. 700. 780. 860 и 900. Опять. Опа, еле-еле. Ой-ой-ой, еле-еле. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну и хорош.
сколько смог, столько и поднял. Килогерц, поработаем 700 килогерц, то есть дадим нагрузочку. Ну, 400 килограмм я уже тягаю хорошо. Триста пятьдесят. Жика. Нормально. Килограмм. Ну-ка, смотрите, 500 килограмм. Ну, хорошая труба вообще была. 500. Триста десять. Тут я больше 400 не делал. И, конечно, хочется мне, чтобы это такое два блина было. И чтобы я побольше делал. Ну-ка. Раз. Опа. Пошла. 405. Два. Отлично. 400. Или 360. Сделал. 405 ставлю. Иду на рекорд. Иду на рекорд. Набычиваюсь. И вот она. Пошла, пошла энергетика. Раз. Очень хороший отрыв. Кажется, зачетный такой. 405 пошло. Это как раз такое давление на... Можно сказать, на...
на спину. Я бы не сказал как-то, как бы на спину, на позвоночник. Это такое уплотнение, огромное должно быть уплотнение поля, чтобы этот вес просто-напросто не расплющил ваши межпозвоночные диски. Вы должны поднимать это энергетикой. Если это все физика, значит все ваши позвонки сплющатся. Это у меня заключительно, что там все так. Хорошо. Замечательно. В свете приснившегося сна и такого самочувствия я решил одно упражнение делать и там на живот. Просто как она пойдет, так и пойдет. Дабы тренировать вот эту вот возможность волевого усилия. Ну, примерно так. Следующее буквально так через день. А, это тут я делаю одно упражнение. И как дошел до утра, 8 часов. Заодно проверим. Это тут у нас зажимает. Или же это была слабина. Ну, и поехали. Как говорится, без фанатизма, но тем не менее. Расслабляться не надо. Вот тут посмотрите на мое лицо. Вот тут я стал поднимать правильно. Не физика, а именно вот тем, чем надо. Смотрите, 860 отлично полетели. 860 больше не знаю, что. 860, да? 860 прекрасно зашли. Ну, я думаю, хватит. 860, практически 900. Вот так это заколбасили нормально. Отлично.
Кажется, начнем с малого. Я тут настраиваюсь не на штуку, сразу 620 килогерц пошел. Потом идет 800. И я их колыхну. Что у нас там? Семьсот восемьдесят, и смотрите, довольно-таки уверенно на два раза поднимаю, 800 колыхнул. То есть я почувствовал, что на 800 я готов, смогу. 780. Обычно говорят, ладно, дожим так дожим. Он как раз говорит как-то об общей силе. Ну-ка, сколько тут килограмм? 180, так это ковыряю, хорошо. 200. Раз. Ага, мощно.
200/3. Хорошо. Что на поясе? 800 кГц. Вот тут я, насколько понял, значит, вот тут я подзапахался. Хотя 800 кг летит отлично. Сразу же иду на тонну. Вот интересно, после 800 я уже, видите, как, так сказать, осмелел. Будто тонна освоенный вес. Мы посмотрим, что тут у нас получается. Опа, еле-еле. Еле-еле, но сделал. Ну что, на 2 потягнул, да? Да, тонна не сдаёт своих позиций. Потом что я ставлю? Ага, 900 килограмм я ставлю. И также еле-еле отрываю на 3. Ну, такие мощные тренировки, чтобы, знаете, надолго пробилась энергетика, получить дальнейшее рост всего этого, потенциала, то есть ты работаешь, 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 даешь нагрузку, а потом, значит, ждешь в результате проделанной работы. Так, 500 чмакнул. Так, 500. Так, отрыв был.
зачет есть. Хорошо. Хорошо, хорошо. 27-го идет. Я тут особо не успел, как бы сказать. Главное настрой. Нет, почему? Тут должно быть хорошее восстановление. То есть обычно 3 дня это уже у меня хорошее восстановление. Я практически перестал уставать. Я, как бы сказать, чувствую усталость, ну, какую-то своеобразную, после занятий там, практически в течение первых 3-5 часов. Потом как-то идет восстановление, я не чувствую. Так, 620 килограмм. Забабахали 700, нормально. Ничего. Ничего. Семьсот шестьдесят. Раз на разу. Хорошо. 760 пошел. Вес пошел. И наконец-таки вот он 800 килограмм, и вы видите, опачки! Есть!
оторвалась и легла. Давненько я не это самое, не прогрессировал в этом упражнении, но все-таки сделал. И наконец-таки вот они 220 килограмм. И слышите? Вот этот победный. Опа! Это говорит о том, что вес есть. Есть. Все-таки я сдюжил 220. Хорошо. Восемьсот килограмм вроде бы, и тут нормально 800 килограмм. Ставлю 900. Ага, тут я хорошо отдохнул. Хорошо, хорошо понял. Такое впечатление, что я не могу найти точку приложения силы. А, второй подход. Еле! Еле даже, даже и не получается. И еще, ага, еще разок. Вот это да. О чем я говорю? Не могу найти точку приложения силы. 900 килограмм. Что за херня?
Тут я 900 кило. Раз, два. Ну что, нормально, зачет. И ввиду того, что я как-то чувствую, что буквально таки я восстановился, на этом фоне я решил буквально таки через день сделать еще тренировку. Тренировка, но тренировка такая, как вы видите, укороченная.
То есть я начал штанга на поясе. Опять-таки, посмотрите на лицо. Лицо не напрягается. Вот это то, что надо. Нормальненько, хорошо. То есть вот тут я потянул тем, чем надо. А вот 940, тут я уже, так сказать, 940 потянул-то хорошо, но видно, что он обычно со второго раз, увы. Ставлю 500, ну-ка. И 500 я колыхнул, можно сказать. Колыхнул. Опа, 440 хорошо. Thank you.
там и заряжу. Вздрогнем, други. Шестьсот восемьдесят. Хорошо, 680. Семьсот двадцать раз, два. Ну, по-моему, больше не стало. 720. Thank you.
Отлично. 200 на 3. Вот 850. И вот здесь я почувствовал некую усталость накопившуюся. Девятьсот. Опа, хорошо, хорошо. Несмотря ни на что, 900 хорошо. И еще, по-моему, 900, да? Раз. Нормально. Ага, поделал занятие. На этом я закончил. Засимерил. То есть, подводя итог моему занятию в июле, что я хочу сказать? Значит, восстанавливаться стал я гораздо быстрее, и создается впечатление, что ты уже готов. Но на самом деле все-таки надо восстанавливаться немножечко больше, либо же варьировать нагрузкой. Варьировать нагрузочкой, то есть одна такая не максимальная тренировка, не проходка, а так процентов 80, а то и 70 от предела, тогда где-то будет более-менее нормально. Самочувствие нормальное, суставы нормальные. Ну, вот такой, можно сказать, краткий отчет у
проделанной мною работе. Плюс, что еще вы видите, чем я занимаюсь, это сегодня я как раз ту книгу, которую я читаю, «Физиология организма» для мединститута, я ее решил сделать более приятной. То есть скачал уже отсканированную, но отсканированную с разными, грубо говоря, там грязью и прочим. И я всю эту грязь удаляю, чтоб мне самому было приятно с ней работать. Так что вот, чем я занимался в течение всего июля месяца. Числа 6 будут занятия в августе, 6, а то есть 7. Ну и посмотрим, вот, насколько это все то, что я проделал, скажется на росте моих результатов. Или не скажется. Поживем, увидим.